По поручению Ельбасы создана комиссия по земельной реформе. В ее состав вошли 75 человек. Это депутаты Сената и Мажилиса, члены правительства, представители государственных органов, политических партий, аграрного бизнеса, ученые, а также гражданские активисты. В составе комиссии представлены все регионы. Мы пригласили к сотрудничеству всех, кто действительно болеет за страну, за ее мирное будущее. Для того, чтобы мы могли охватить все население, к работе комиссии будут подключаться общественные советы, которые созданы при акиматах областей. Комиссия будет работать в открытом для средств массовой информации режиме, чтобы мы максимальное число наших сограждан получили достоверную информацию о ходе дискуссии. Кроме того, мы уже запустили специальный портал jertural.kz, где будет размещаться вся информация о работе комиссии. Там же наши пользователи смогут задать интересующие их вопросы и оставить свои предложения. Будет работать и специальный колл-центр. Первое заседание комиссии планируется провести 14 мая в Астане. В наших планах также выездные заседания в регионах.